99 лет отмечает сегодня ветеран Великой Отечественной войны Иван Шумейко. Иван Никифорович родился 24 ноября 1924 года в хуторе Парона-Покровском. В армию призван в апреле 1943 года. Участвовал в освобождении Кубани. В боях у села Молдаванского Крымского района получил тяжелое ранение. В сентябре 1943 года его выписали из госпиталя и зачислили в нестроевую команду. Возводили оборонительные укрепления и мосты. В августе 1944-го уволен в запас по состоянию здоровья. Награжден орденом Славы второй степени, орденом Великой Отечественной войны второй степени, медалью Жукова и юбилейными медалями.